такая ситуация сложилась. Фонд реформирования ЖКХ, потому что финансирует, вот, как вы сказали, фонд реформирования ЖКХ, правильно? Если они говорят, что в этом году, то есть уже на сегодняшний год, не получается виды работ поменять, то есть это если уже железно, что мы делаем? Я вас просто спрашиваю, что мы делаем? Нам поставят на выбор два варианта. Либо жители соглашаются с тем видом работ, который уже прописан, либо мы его просто в этом году исключаем из программы как ремонт. Вот я вас спрашиваю, я за вас решать не буду, я вам разрешаю. Никто не скажет, потому что это программа, мы не формируем. У нас эту программу забрали, мы его забили. Вот насколько она отлетит, я не знаю. Поэтому я сегодняшний день, я почему и собрал вас, чтобы с вами это обсудить. Я вас спрашиваю, что нужно будет мне делать, если мне придет такой ответ? Ну, ремонт уж так же. Вот да, давайте, мы с вами давайте проголосуем. Если, подождите, если приходит такой ответ, что я на 99% уверен, что такой ответ и будет. Если такой ответ будет, что мы с вами делаем? Я уже вам сказал, те виды работ включаем, подвал мы делаем за счет текучки или за счет экономии с капремонтом. Либо мы его выполняем все виды работ, которые сейчас включены, либо мы пишем письмо и как говорится, его просто исключаем и потом уже проводим так, как это нам нужно.